Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки... Это несовременно. Меня отправляет в разные страны волшебный глобус. Да, это я. Я так придумала. Меня ждут Милан и Киото. Я в Лондон купила билет. Зачем мне болото? Зачем мне болото, когда вокруг белый свет? Люблю я летать по заграницам, нежиться в море, в бассейн нырять, ходить по музеям в разных столицах. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. Глобус! Глобус! Жуть! Что жуть, лягушка? Где жуть? У меня жуть! Глобус! Я в лифте ехала, а там свет как выключится! Ого! И долго света не было? 5! 5 минут? Да нет же! 5 секунд! Я только до 3-го этажа успела доехать, но все равно жуть! Ой! Знаешь что, Глобус, я теперь никогда не буду на лифте ездить. Буду пешком ходить. А давай-ка я тебя отправлю в один замечательный город искать один очень красивый лифт. Возможно, самый красивый в мире. На нем тебе уж точно захочется прокатиться. А я тебе говорю, не захочется. А вот и посмотрим. Кручу, верчу. На каникулы лечу. Так, и где же это я оказалась? О, ух ты, океан. И дома с плиткой. Я знаю. Знай, как она называется. Азулежу. Значит, я в Португалии. Ура, ура. Только где именно? Ты, лягушка, на юге страны, в столице Португалии, Лиссабоне. Это город на берегу Атлантического океана. Здесь очень любят веселье, хорошую музыку и футбол. Вот наша компания «Газпром» детский форум «Футбол для дружбы» тоже в Лиссабоне проводила. Ты вот за какой лиссабонский клуб будешь болеть, лягушка? За «Бенфику» они в красной форме играют? Или за «Спортинг» они в зеленой? Ну, конечно, за «Спортинг», раз они в зеленой. Я же зеленая. Хотя... Ква-ква, красный мне тоже идет. Идет, точно. Ну, пора в путь. Тебя ждут холмы. Да, вижу. То вверх, то вниз. То вверх, то вниз. Как-то я устала. О, трамвай. Номер 28. Прокачусь. 28-й трамвай едет через все туристические районы Лиссабона. Можно посмотреть почти весь город. Да и сам трамвай старинный, желтый, с красными сиденьями. Представляешь, этим трамвайчикам почти 100 лет, а они все еще на ходу. Классно! Так, надо селфи, срочно надо селфи. Вот так. И еще вот, вот еще одно. И, пожалуй, еще. Ой, что-то я проголодалась. А, вон там кафе симпатичное. Так, лягушка, знаменитый сэндвич «Францезинья» ты уже в порту пробовала. Что сегодня отведаешь? Ой, даже и не знаю. Рекомендую «Калду Верде». Верде... Это же зеленый, правильно? Буду есть зеленое. Правда, не знаю, что это. Это суп. Знаменитый португальский зеленый суп. В Калду Верде кладут картошку, капусту, лук, а еще колбаски чоризо. Вкусно! Ква, вкусно и сытно. Только квак после такого сытного супа этот лифт искать. Ой, пойду не спеша. Устала.
во все соборы зашла. И в музей тоже зашла. А красивого лифта так и не видела. Какие же тут подъемы крутые. Как бы мне наверх попасть, на площадь? Ой, а что это? Лифт? Прямо на улице? Это не совсем лифт. Это лифтовый подъемник Санта-Жушта. Он соединяет нижний район Лиссабона с верхним. Ведь подъем очень крутой, и преодолеть его пешком непросто. Кабины большие, и их две. Подняться наверх могут сразу 20 человек. И весь город будет видно? Конечно! Ну что, может, прокатишься? Обязательно! Ну, я поехала! О, вернулась! Ну что, лягушка, не боишься больше лифтом пользоваться? Самым красивым! Тем, что в Лиссабоне, не боюсь. А вот нашим... еще страшновато. Не бойся, лягушка, починили наш лифт. Ладно, время обедать. Я колду Верде приготовил. Зеленый, между прочим. Ура! Спасибо, Глобус. Такой чудесный супчик. Он мне очень-очень понравился. Тогда ешь, а потом... А потом буду к новым ква-ква-кваникулам готовиться. Меня ждут Милан и Киото. Я в Лондон купила билет. Зачем мне болото, зачем мне болото, когда вокруг белый свет? Люблю я летать по заграницам, нежиться в море, в бассейн нырять, ходить по музеям в разных столицах. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.